Зубер Проток был физиком и лириком в одном лице. Личность, совместившая в себе художественный и технический интеллект. Строитель с душой гуманитария. И эта его универсальность проявилась рано, еще в ученические годы. Он рос в простой аульской семье, хорошо ладил с математикой. При этом был мастером школьных сочинений. Одно из них было опубликовано в местной газете. Так и состоялся творческий дебют семиклассника Зубера Протока. По окончании школы созрело решение идти к добротной прагматичной профессии. Так в его судьбе случился строительный факультет Кубанского сельскохозяйственного института. Учился хорошо, однако к моменту получения диплома Зуберу стало очевидно, при всей его погруженности в точные формулы, сопромат и геодезию, его неотвратимо влечет история и литература. И ничего с этим не сделать. По окончании вуза он около полутора лет работал по специальности. Будучи мастером-строителем, участвовал в возведении новой шинджийской школы, здания управления образования Тахтамукайского района. Но его настойчиво манили необозримые просторы творчества. Хотелось смотреть на мир глазами художника слова, постигать его грани и многоголосие через человеческие судьбы, события прошлого и настоящего. Эта мечта Зубера была так сильна и отважна, что стала неизбежной. Она сбылась и привела его в журналистику. Вот как он понимал суть творческой профессии. Мы люди творческие. И ты, и я всегда стремимся наверх, к звездам, хотя и не достигаем их, но всегда стремимся. Значит, будем совершенствоваться, нет предела совершенству. В 1986 году Зубер Проток начал работу в районной газете «Знамя коммунизма» в должности корреспондента сельхозотдела. Дальше была служба в советской армии. По ее завершении Зубер Проток вернулся в родную районку. Это был период позднего СССР. А через 5 лет, в 1994 году, Зубер Гучипсович уже возглавил редакцию районной газеты, которая к тому времени получила свое нынешнее название «Согласие». Это были сложные, смутные времена. Развал великой страны, слом привычного жизненного уклада, катастрофические провалы в экономике. На этом фоне многие специалисты попросту бросали профессию, тянулись за длинным рублем, уходили на вольные хлеба. Многие, но только не Зубер. Он остался на редакторской вахте и продолжал дело своей жизни. Добросовестно и профессионально. Его редакторство пришлось на первые годы становления Адыгеи в статусе республики, как суверенного субъекта Российской Федерации. Сама Россия переживала эпоху глобальных, глубинных трансформаций, была охвачена процессами обновления, тотального обновления. На волне переосмысления многих страниц отечественной истории, подъема национального самосознания адыгов, газета «Согласие» была в числе главных, надежных источников достоверной информации. Ведь в этот период интернет еще не был столь вездесущим и популярным. Под руководством Зубера Гучипсовича газета развивалась в динамичном ритме преобразований в стране, республике, районе. Издание выполняло множество функций. Оно просвещало, информировало, задавало тон, было зеркалом жизни. Главный редактор лично вел авторскую колонку, где отражал свою позицию по многим актуальным вопросам. Печать трезвых, взвешенных, объективных оценок Зубера Гучипсовича лежала на всех статьях, которые публиковала «Согласие». На страницах газеты появлялись имена народных предводителей времен Кавказской войны, сказителей, сочинителей песен, известных меценатов, современников передовиков производства, которые прославляют свою малую родину.
Особое внимание уделялось героике Великой Отечественной войны, фронтовикам, и павшим, и живым. Впоследствии весь этот бесценный массив исторической хроники Тахтамукайского района был собран в книге «Родители земли Тахтамукайской». Она вышла в свет в 2001 году, к десятилетию Республики Адыгея. Главный редактор издания – Зубер Проток. Зубер творил не только в профессиональной области, он и в общественной жизни был в авангарде. В течение 15 лет земляки выражали ему свое доверие, наделяя его депутатскими полномочиями. В райсовете он возглавлял комиссию по законности и правопорядку. Его отличала исчерпывающая юридическая точность в подготовке документов, которые принимались на сессиях. Зубер Проток был проницателен, умел анализировать общественные явления в динамике, безошибочно выделял в потоке жизни узловые вопросы, которые имеют далеко идущие последствия. Нынешнюю критично острую языковую проблему адыгов он поднимал на сессии еще четверть века тому назад. Тогда она только начиналась. Существует такой фактор, как нежелание родителей адыгейской национальности, чтобы их дети изучали адыгейский язык в школах. Объясняется это, по мнению родителей, ненужностью языка вне стен учебных заведений, школ. То есть это наталкивает на мысль, что нужны какие-то государственные стандарты. Например, не лишним было, например, вести на территории, а учебные программы Яблоновского филиала МГТИ, может и самом МГТИ на факультете государственного и муниципального управления, где готовят чиновников в основном для Республики Адыгея, изучение государственных языков Республики Адыгея. И какие-то другие еще гарантии необходимы для того, чтобы адыгейский язык наравне с русским языком стал государственным языком Республики Адыгея. Закон, как и придание языку, адыгейскому языку, статуса государственного, он призван для того, чтобы сохранить язык. Язык народа, носителя суверенитета Республики Адыгея. И как следствие этого сохранение самого народа. А в 2004 году Зубер тяжело заболел. Недуг сковал его тело, но только не дух. Стойкий, сильный, с несгибаемым внутренним стержнем, несокрушимым стремлением писать, он 20 долгих, тяжелых лет боролся, трудился, верил и продолжал творить. В 2014 году в свет вышел фундаментальный труд Зубера Гучипсовича, итог его многолетних исканий и размышлений под названием «Эхо древних синдов». Он посвятил его малой родине, Шинджию, одному из старейших поселений Кавказа и его жителям, представителям древней адыгской ветви, ведущей свое начало от далеких берегов Боспора. Родной аул имел над Зубером неизъяснимую, могучую власть, был источником сил и вдохновения. Он любил его беззаветно и называл, цитата, «живым памятником, олицетворяющим величие национального духа адыгов». На страницах книги отражена летопись Шинджия, начиная с первого тысячелетия до нашей эры, заканчивая текущим моментом истории. Промышленники, деятели науки, юристы, музыканты, драматурги, артисты, художники, спортсмены – о них, о земляках, которыми гордится Шинджий, Зубер поведал так талантливо и искренне, что сумел дотронуться до ума и сердца читателей. Позже была издана книга «Тахтамукай и тахтамукайцы». В ее написании в составе авторской группы также принял участие Зубер Проток. И все это в условиях тяжелого недуга. Многолетняя плодотворная деятельность Зубера Гучипсовича отмечена многочисленными наградами. Он был удостоен диплома Союза журналистов России, признавался лауреатом различных журналистских премий, в том числе имени Хусена Андрухаева, а также «Золотое перо Кубани». В 2015 году указом главы региона Зуберу Протоку было присвоено звание «Заслуженный журналист Республики Адыгея». Вот как он встретил это известие. То, что делается, это не ради наград же делается. Но
Награду, конечно, воспринимать надо по достоинству. Если Республика Адыгея оценила мой скромный вклад в журналистику так, значит, там видны. И как? Цук Теучер, когда получал орден Трудового Красного Знамени в Москве, говорил: я заготовил речь, но когда поднялся на эту трибуну, забыл все, о чем я собирался говорить. Ну, спасибо всем, кто принимал участие в оценке моего скромного труда. На долю Зубера выпали тяжелейшие испытания. Наверное, их хватило бы на несколько жизней. Но он умел держать удар. Все эти годы надежной опорой Зуберу была супруга Нафисет Ибрагимовна. Когда-то школьная симпатия переросла в крепкую семью, которая подпитывала, светила, побеждала тьму в самые черные трагические дни. Вместе с Нафисет Ибрагимовной они воспитали 4 замечательных дочерей, 2 из которых уже подарили им внуков. Почти 20 лет жестокая болезнь подтачивала силы Зубера. Его жизнь оборвалась в первые дни этого года. Ему было 62. Он ушел вслед за эхом своих далеких предков-синтов, вечным эхом, которое он чутко слышал через столетия и расстояния, потому что любил свой народ по-настоящему. Все, кто знал Зубера, будут помнить его цепкий ум, справедливость, добрые шутки, тонкую иронию, душевную зоркость. А еще он исповедовал самый человечный закон, который гласил: «Относись к дворнику с таким же уважением, как к генеральному директору». В этом состояла высшая нравственная мудрость Зубера. Он ушел, но эхо его добрых дел и благородства будет звучать в наших сердцах.